Ни для кого не секрет, что река Лаба, протекающая по территории Кашхабльского района, в последнее время интенсивно размывает левый берег. Особенно это заметно на северной окраине аула Кашихабль, где водой смыта достаточно большая территория. Поэтому назрела необходимость в строительстве защитной дамбы. Первый этап был осуществлен в середине 2015 года. Поскольку администрация района не может производить эти работы, заказчиком выступило акционерное общество «Кубаньводмониторинг». На сегодняшний день работы в полном разгаре. Производится перекрытие русла реки для дальнейшей закладки камня. Право на проведение данных работ выиграл индивидуальный предприниматель Колосов из города Белореченск. Бригада состоит пока из 6 человек. Задействовано 2 экскаватора, 1 бульдозер и 2 автомобиля. Также производится подвоз камня для устройства дамбы. По словам прораба Николая Леденева, реконструкция производится практически каждый день и в любую погоду. Да, планируется завершить работу. Завершить? Ну, пока планируем к Новому году. А там как? Погодные условия, если так поднимется, то мы надеемся, что эти работы позволят остановить дальнейшее размытие левобережья реки.